У неделю Гомельская область отзначит юбилейную дату. 85 годов тому, 15 студеня 1938 года, на сессии Верховного Совета СССР была принята постанова об утворении в Беларуси 5 областей – Гомельской, Витебской, Минской, Могилевской и Полесской. А позднее позднее была объединенная с Гомельской. Яким бачили развитие региона, мы запытали у его жыхароў. До 1938 года у Беларуси было 90 районов, каждый из которых подпорядковывался только центральным республиканским органам. Видовочно, что эффективно керовать ими было складано. Это был час активного развития. Перед початком Великой Айчиной на территории Гомельской и Полесской областей працавало больше як 10 тысяч промысловых предприемств. Становище изменилось в 1941 году. 24 червня германская авиация закинула бомбы на Гомель и другие города региона. После вызволения областного центра в 1943-м все пришлось починать снова. Мы помним о том героизме, который проявили гомельчане, жители других городов нашей области при восстановлении городов, при строительстве новых жилых зданий, при строительстве промышленных предприятий. В основном это были женщины, это были подростки. Но несмотря на ту тяжесть, которая выпала им в этот период времени, они все это преодолели, и уже в начале 50-х годов наши города зажили мирной, созидающей жизнью. У 1967-м Гомельская область была отзначена орденом Ленина за мужность и героизм у часы Великой Айчиной, а так само поспехи у обновления и развития народной господарки. Зараз узнагорода заховывается в музее Палацово-паркового ансамбля. Регион развивался, будовалось жилье, объекты промысловой и социальной сферы. Своими достижениями гонорились и працовники сельскохозяйственных предприятий. И хоть на фоне сучасных показчиков тогочасные поспехи сдаются стиплыми, але за кожным из них стояла напруженная праца. В совхозе Ведрич Речского района бригадиру полеводческой бригады присвоили звание Героя соцтруда за то, что он получил урожай ржи, не знаю на какой площади, 40 центнеров. 40 центнеров. Вот это уже 40 центнеров, тогда было большой урожай. Ну, в настоящее время мы получаем более со всей площадью всех культур. И зерно, у нас вал зерна увеличился, ну, в десяток раз. Больше вспоминов и думок об развитии региона в программе «Новины тыдня» у неделю у 16:20 на канале «Беларусь 4 Гомель».